Привет, мой двухколесный друг! Сегодня у меня будет необычный ролик, и это будет не обзор экипировки, а я сделаю некое подобие, как модные девочки делают что-то типа «хочешь – можешь». Так вот, у нас речь пойдет о бюджетных брендах мотоциклетной экипировки и о недорогих брендах мотоциклетной экипировки. Я остановлюсь подробно на обуви, потому что на ней это видно очень наглядно. Допустим, мы берем вот такой прекрасный мотобот Alpinstars. Он стоит что-то в районе 40 тысяч. Но при этом мы можем взять MCP, который будет, внимание, стоить в 4 раза дешевле. А если с моим промокодом, то еще 20% скидка и вообще считай за бесценок. Если мы посмотрим, это практически аналогичные мотоботы. У нас и на одном бренде, и на другом находится липучка на внутренней стороне. Это топчик, реально. Также у нас слайдеры боковые и тут присутствуют. Подошва приблизительно одинаковая. И если вы не сторонник того, что на вашей майке должно быть обязательно написано Gucci, и вам не так важны бренды, а важна безопасность, то, в принципе, вы можете выбрать MCP как более бюджетную альтернативу. Берем вот такие укороченные мотоботы Alpinstars. Есть альтернатива, точно такие же мотоботы MCP. Опять же, у нас одинаковые мотоботы, как мы видим, и по подошве, и по слайдерам, и по застежке. Если нет разницы, зачем платить больше? Дальше, на что я еще обратила внимание, это вот такие кедики. Опять же, мы видим, что и те, и другие у нас waterproof, то есть водонепроницаемые. Я, кстати, не сразу даже вижу, какие из них Альпина. Вот это Альпина, а вот это у нас идет... Что это у нас идет? MCP. Видите, я даже своим примелькавшимся взглядом, когда я более-менее знаю экипировку, я не сразу могу отличить, какой у нас бренд элитный и какой у нас бренд более бюджетный. При этом, ну, например, вот этот яркий, розовый, да, то есть если вы девочка-девочка, да, Alpinstars, это круто, можно взять и вот такие MCP. Как обычно, разница в цене более чем в два раза. Я, наверное, обращу внимание вот на такие кеды. Это опять у нас идет версия waterproof. Мы сравниваем LS2, бюджетная марка, и мы сравниваем Alpinstars. Практически идентичные кеды. Но если вам актуально сэкономить, то LS2 хорошая альтернатива. Что еще? Наверное, еще я в заключение покажу высокие сапожки. Опять же, это у нас идут версии waterproof. У Alpine это DryStar модель, опять же, с внутренней застежкой. И точно такая же история waterproof у LS2, тоже с внутренней застежкой. При этом LS2 есть интересное отличие. У него есть вот такая петля, которая, ну, создает некое удобство, когда обуваешься. Остальное, в принципе, максимальных отличий, кроме того, что здесь вот сделали вставку на Alpinstars для меньшего изнашивания при переключении передач, на LS2 ее не сделали. Но я вам скажу, здесь вполне себе такая прочная кожа, что, наверное, она и не важна. На сегодня все, но если я бы заморочилась, я бы нашла вам много-много вариантов, которые можно выбрать и в бюджетном сегменте, и в дорогом сегменте. Ну, выбор за вами.